Доброе утро, мисс Гарсия. Доброе, солнышко. Соскучилась поцеловать бы тебя. Ага. Однажды. Действует комендантский час. Всем гражданам оставаться в помещении. Напряжение растет. Начинается 213-я неделя карантина. Мрачная новая реальность. Опасный вирус мутировал. Идет температурный скрининг. Показатели в норме. Ужасающие новости. Подтвердились данные, что вирус поражает клетки мозга. На колени! Эй, нет, у меня иммунитет! На колени! Я не болен! Количество смертельных исходов превысило 110 миллионов. Всех зараженных принудительно переселяют в карантинные лагеря. Сара. Сара, что происходит? Департамент здравоохранения. Сара, что там? У соседки температура. Будет гораздо проще, если вы откроете дверь. Миссис Грант, к вам гости. Сара, прошу. Сара, открой мне. Сара! Сара, не открывай. Нет, прошу вас. Я не больна, не больна. Температурный скрининг. 3, 2, 1. Отклонение от нормы. Вооруженная охрана прибудет через 4-6 часов. При попытке покинуть дом будет открыт огонь на поражение. Я знаю, ты там. Они едут. Ты должен уйти. Нет. Сара! Сара! Пора прощаться. Сара, я не позволю тебе сдаться. Иногда приходится делать то, что не хочешь, чтобы выжить. Я пытаюсь спасти единственного человека, который мне дорог. Я не могу. Ты просишь меня нарушить закон. Сохраняйте спокойствие, чистоту и рассудок.